Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freestone Games, а мы продолжаем с вами играть паучка, и я спешу раньше, чем он Ли что-нибудь скажет. Ли не должен уйти. Где же этот седан? А, я успел, ну практически, ну ладно, нормально, все, хорошо, опередил я, значит, паучка. А сегодня по планам у нас что? Далее, начинаем мы, наверное, подожди. Здесь у меня по гаджетам вроде как все отлично, да? А, испытание преступления. Ну, ладно, хрен с ним. Поехали сразу. Мы, наверное, кинемся в бой без какого-либо разогрева. Имеется в виду по сюжетной задании. Так уже поздно, уже взорвалась все к хуям. Что? В смысле? Это сейчас вообще что было? Я серьезно ничего не понял. 10-31, незаконное вторжение. У нас вызов из Нали. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю. Долго ждать не придется. Успех придет. Чего бы это. Пацаны, а вы куда? Могущественные и коварные силы? И мне что, их всех надо ловить, что ли? Серьезно? Надо навестить Дока, как смогу. Да в смысле, почему это что? Я сразу два преступления начал с провала. Да мне он аплодирует, я молодец. Как? Бляха. Ладно, я понял, начало положено. Особый контроль. Доложите обстановку к северу от Хаустон. От чего? Атаковали демоны. Ладно, ну, ох ты ж, ёжики, ну вот это задание я точно не просру, конечно же. Эй, крыша для барбекю, а не для стрельбы. Вот и все. Мы закончили. Делов-то. Не благодарите, соболята. Хотя стоило бы. Так-то да. Ладно, хорошо. А, короче... Доложите обстановку к северу от Хаустон. По нам стреляют демоны. В смысле? А вообще когда-нибудь это преступление заканчивается? Нет? Ну, в целом. Серьезно, сколько можно-то? Эти парни из Соболя могут сами справиться. Но лучше не рисковать. Еще пара крутых костюмов, и мы сможем создать лигу рестлинга. Да, ты прав. Пацаны? Ох ты ж, ёжики. А где что? Ага. Хоть что-нибудь швырнуть. Так, у меня... А, я все задания выполнил. Ёптель, когда я успел? Сказал, так что ли? Ой, какие вы демоны смешные периодически бываете. Хорош. Ладно, я пошел дальше. Теперь идет война. Преступление вообще на каждом шагу. Просто моментально. Я залетаю за угол, новое преступление. Я залетаю за угол, новое преступление. Но я хотел сказать не это. Я когда появился, у меня уже висело какое-то преступление. Как только игра загрузилась. И как только я сдвинулся с места, произошел взрыв бомбы. То есть я, получается, за первые пару минут просрал несколько заданий. Это плохо для всех. Как-то неприятно немножко. Ну, держитесь! Добро пожаловать на шоу! Да, здравствуйте. Ай-яй-яй! На, обраточка. А что мне надо по заданиям? А, я уже все сделал. Да как я успеваю-то? Все? Нет, еще где-то один. Где он? Где ты, дружище? А кто вас там подкидывает? Ах ты ж, ёптво. Я понял.
А ну-ка, дай сюда. Сейчас он там бедных соболят перебьет к херам. О. Пипец. О, как грозно. Город просто сходит с ума, серьезно. Не надо было Фиска сажать в тюрьму. А куда я сейчас? Здравствуйте, здравствуйте. Виноват. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. О, вот так. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Опять в жопу какую-то влезла. По-любому. Да, вот она на вокзале. А почему паук ты туда не пошел? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Опа. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Ага, какие-то выставки, разработки. Революционной батареи, способной подзаряжаться от акустических волн. Уже через несколько... Батареи, способные подзаряжаться от акустических волн. А насколько сильные должны быть эти волны? Хм, что будут регенерировать эти волны? Генерировать, точнее. Просим вас не оставлять детей. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии. Вот это им надо. Нашим рекам и морям. Опа. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Ну и зря. Нет! Амхо? Амхо? Что он сказал? В смысле? А баррикадироваться вот здесь? Ради чего? Ради заложников? Ну какой хрен? Пока не понимаю. Я могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. А телефон-то зачем ломать? Ох, придурочный. А если ему захотят позвонить, как-то связаться с ним... Зачем ломать телефон? Зачем ломать средства связи? И что, я тут сидеть что ли дул? Серьезно? МДЖ, я уже иду. Ты ранена? Нет, я в порядке. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Да дофига. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Без паники. Скоро все закончится. Безопасная точка выхода. Я и опасную это не... А, нет, есть. Юго-западный угол. Иду туда. А, это практически незаметно. Ёб твою мать. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. И что? Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты серьезно? Их отвлечешь... Ты паук или кто? Пулю. Я готов. Скажи, когда. Так,
Я готова. Пошла. А чё-то я не иду. Я не иду, серьезно. Я жму стик вперед, а не идет. Так, давай. Ёб вашу мать, пацаны, дайте пройти. Я просто так не сдамся. Куда ты полез, убьют? Ах, собака дикая, еще и план сейчас наш. Стойте! Ага. Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда вовремя. Как? Сначала отпустите его. Давай. Ну ладно, вроде что-то сработало. Нас паучок же спасет ведь по-любому, да? Хорошо, все, они я встал. За какую? Нельзя, чтобы они видели. Ладно. А есть у меня? А, у меня нет этих жучков. Здесь никого нет. О-о-о. Дроны, укрытие! Они с пулеметами, ни хера себе. Да. Тогда скорее. Ладно. Сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готово. Молодец. Теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? А, нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. И что? А, ну это приманка. Еще слишком близко. Они еще видят друг друга. А, то есть я буду отвлекать, чтобы паучок вырубал их один за другим? Сработало. Хватай. Нет. Прикол. Вали его. Вот это хороший движ. Прикольно. Так, ладно, хорошо, допустим. Такой стелс мне нравится. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Этого достаточно будет? Давай. Ну это же пипец какое палево. Ну как это можно за... ну. Не увидеть? Ну серьезно. Он ведь это делает не с какой-то космической высоты. Он вот-вот. Ой. Он практически перед носом этой херней занимается. Здесь. Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению а города? Почему я не могу к нему на него прицелиться, навестись? Вали его! Не-не-не, его там видно. Вот, сейчас уже не видно. Ага, там трое.
Не, ну за паука стелсить это, конечно, проще. Давай. Есть контакт. Ну. Вот этого вот вообще нормально он просто убрал. А мне надо прям всех-всех вырубать, да? Что это такое? Бляха, мистер Ли пришел. Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. Давай. Мы не можем дать. Включайте таймер. В смысле? Бляха. Это твой шанс. Мой шанс для чего? Я могу их вырубать? Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Нет. Но меня это раньше не останавливало. О, так. Похоже, синий идет к батарее. Ага. А желтый к вентилятору. Ага. На красном небольшой восклицательный знак. Так, сначала надо отключить батарею. Проследи, куда идут провода, и отсоедини их. Так, отключить провода от батареи. Типа какой-то из этих, что ли, или как? Отключаю провода от батареи. А, что ж такое? Подожди. Так, первый отключен. Теперь второй. Сейчас, сейчас, сейчас. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Вот так? Есть. Здорово! Ух ты! А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Всегда готов. Точно! Я расчищу путь! Постарайся не шуметь. Хорошо. Ага. Ага. Так, ну теперь я стелсю, да? Хорошо, с этой стороны есть кто-нибудь? Есть. А как мне... А. Мне надо всех вынести или... Надо осторожнее, а то заложникам не поздоровится. В каком-то определенном порядке. Точнее, определенное количество дурачков. Я уж испугался, думал, нихера он полетел куда. Не, серьезно, я предполагал, что он там зависнет, а нифига подобного. Зачем Ли так упорно наводит ужас на Нью-Йорк? А, он вырубился. Но никто же меня не заметил. Хорошо. Но это было рискованно, если честно. Ой, там здоровенный сидит. Ага. Опасно, кто-то его палит. Кто его палит? Угу. Сейчас кто-то из них точно уйдет. Вот, например, ты. Хорошо. Этого никто не видел. Иди к папоньке. Надо здоровенного громилу повязать. С ним могут быть самые большие трудности. Опять же, тут их осталось не так много. Опасно. Раз, два, три, четыре.
Опа, иди ко мне. Кто это? А, Громила с ума сходит. Ну, никто вроде не заметил. А второго могу сюда повесить? В смысле, что, не влезает или как? Кто еще есть? Угу. Бляха, не достаю паутинным ударом или как его там вырубить по-правильному? Так, Инжей, пора идти. Нокаут сверху. За так еще не все, вы куда вас... Ох, ломанулись, ёб вашу мать. МД, вы выбрались? Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Не-не-не-не, вряд ли. Но сперва найди Ли и надери ему задницу. Ага, легко сказать, давай ты ему надерешь задницу. Мне жаль любого, кто перейдет дорогу, МД. Интересно, что она сейчас думает обо мне? Каким бы гаджетом воспользоваться? О, оглушающая волна, точно. Воспользовался, ага. Я почему-то думал, что он пошире будет. Пошире это оглушающая волна. Давай возьмем электропаутину. Ай-яй-яй, ты что себе позволяешь, мразь? Хорошо. Бляха, попал. А теперь интересные факты. Вы знали, что у центрального вокзала самый большой подвал в Нью-Йорке? Да. Ужас, да? Туда вошла бы половина Бруклинского моста. Хорошо, допустим. Где еще пацан? Опа. Да, согласен. Сейчас. Ты ж мразь. Ли планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Я пошел. Платформа открыта. Наверняка Ли где-то там. Платформа 9. И тричит! Блять, я не на ту кнопку нажимаю у ворот. Я пытаюсь перехватить бомбу вместо того, чтобы схватить ее. Ли уходит. Точнее, схватить вместо того, чтобы перехватить. Ой, здорово. Наконец. Что? Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Ай! Ну, пока выглядит не то чтобы трудно. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Хорошо. Ой-ой-ой, сейчас опять стрелять будет. Нет? Типа сильнее стал? Быстрее? Или что? Ах, ты лучше тварь. Не приближаться. Ага. Бесполезно. Надо дождаться момента. Я понял. То есть надо, чтобы он выдохся, да? Он ранен. Я понял. Кажется, он начинает уставать. Да ты подожди! Пора уже закончить дело. Вы больны.
Я могу помочь вам! Больной ублюдок. Угу. Надо изучить его атаки. Ага. Все, я понял. Я ж нажимаю. Почему эта кнопка-то не работает, сраная? Двумя руками это прыжок. Вот двумя руками в сторону, это... Ну, я понял, это в сторону. Хорошо. Вот это вот так. Вот это прыжок. Вот это вот... Ну, почти. Не хочу делать больно. Мне нельзя сделать больно. Больше нельзя. Да? Как тебе такое? А походу... О, он боится электричества. Надо будет запомнить. Тормоза? Нет, и ладно. Ну давай косплей Тоби Магуайра. Ну это же на него отсылка по-любому. Ой. Ну вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт. Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Нифига. Не, ну эффектно, конечно. Следующая станция — тюрьма. В смысле? В смысле? А, нет, тюрьма — это ж не конечная, да. Они же из тюрьмы сбегают на постоянной основе, поэтому без разницы. Я и думаю, как так-то? Вроде прошли... Не то чтобы 100% игры, какая тюрьма-то? Как? Верните груз в лабораторию. Основного злодея уже повязали, что ли? Не может быть. Вперед! Обидно, что шокера слили бесполезно вообще. Зачем его надо было вводить, если это его так элементарно сливают? Оставьте подробные сообщения, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. Окей. А смски это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Что, ох, что это, в смысле? Скажи нет, скажи нет. Ха, ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? Вот и я не понимаю. О, да ты что? Надо на превьюшку его, кстати, взять. Класс. Вроде кадры были неплохие весьма. Костюм, конечно, такой себе, но ладно. Так, а уровень-то мне дадут? Дадут. Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Зловещая шесть... Что я чувствую? Ах ты ж, ёпт. Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Ты серьезно, зловещая шестерка теперь собрана в полном составе? Молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Бляха, это плохо. Хотя, с другой стороны, хорошо. По гаджетам. Мне не хватает здесь каких? Испытаний. Испытаний. Далее, навыки. Всего одно очко. Мне этого вроде как маловато. Да.
По костюмам нового, естественно, пока что ничего. Ну, пойдем тогда выполним какое-нибудь испытание. Вопрос только какое. Где-нибудь вот прям, чтобы рядышком дрон. Бляха, я не хочу этих дронов выполнять. Ну, давай попробуем, ладно. Они сложные, просто-напросто. Но давай сделаем, хорошо, уговорил. Где, не вижу. Раз, два. И где? На золото я вряд ли, конечно, пройду, но хотя бы пройти на серебро. Уже 3 жетона будет. Всяко разно вперед. Надо следовать за дроном. Шоу окончено. Тихо. Подожди, пока нормулькой. Нормулькой идем. Бляха, вот это уже плохо. А нет, нормально. Одна готова. Дружище дрон, я с тобой. Да, ну как же так-то? Ну раскачивал же идеально. Раскачивался же идеально под эту хрень. Давай, давай, давай. Камеру выключил. А где? Ого. 10 секунд. Теперь можно поймать дрон. Поймал? Идеал был близко. Не, я не буду заново повторять. Серьезно, я вот... Мой брат работал на Фиска. Кто сказал, блядь? Кто это сказал? Ты сказал? Паучок, ты арестован. А излишнюю круто! Ой, а это что такое? Глупо звучит. А, подожди, это же собака не людей. Хорошо, допустим, подожди. Костюм, 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 гаджеты. А гаджет у меня получается какой не открыт? Вот этот. Не, пока не буду его прокачивать. Что-то мне жалко на него. Ага, у меня все еще светится. Хорошо. Стелс, боевки, боевки, дроны. Давай, наверное, все-таки боевки. Пойдем по боевкам, с ними как-то попроще. С полетами у меня все сложно пока. Но в любом случае, жетоны испытаний нам нужны, жетоны испытаний нам важны. А еще, кстати, жетоны преступлений. Точно, я совсем забыл, что они заканчиваются. Думаю, теперь все под контролем. Можно пойти в лабораторию и немного побыть Питером Паркером. А, ну сейчас сходим, подожди секунду. Давай еще кому-нибудь морду начистим по бырику. В прямом и переносном смысле этого слова. Отряд Sugar Hill, это Опа. Контроль. Дайте отчет. Нужна помощь на блокпост Бокстро. Мы под огнем. Иду, иду, пацаны. Враг моего врага мой. Ну, вообще тоже мой враг. Но вы тут есть. Тихо, тихо. Вас, смотри, стелс. Прошлой ночью могли видеть перепады освещения на плоту. Барабаньки. Подбавим огоньку. Добро пожаловать на шоу. Ах ты ж мразь, живуча. Вот и все. Делов. Знаю, что сделал за вас всю работу, но мне не нужна оплата. Точно, подбросить воздух троих. Ну ладно, это потом. Как-нибудь в следующий раз подброшу. Ага.
Давай. На 65 тысяч надо морд набить. Я готов. Надо убрать их по-быстрому. Ой-ой-ой, я тут здоровый. Бляха, тут здоровы. Да отстань от меня! Он здоровый, самый бесячий. Где там еще? Не, ну я точно не уложусь в 65 тысяч. Хорошо, но я могу лучше. 57 244. Я могу лучше. Вот что-что, а именно здесь я могу лучше. Нужно остановить этих наемников. Все, да почему, блядь? Я поясню, почему я так отреагировал. Потому что у меня стояла электропаутина. У меня стояла электропаутина. Зачем он мне ее сменил? Ну, серьезно, для чего он мне поменял электропаутину? Надо у меня же стояла электропаутина. Вот теперь норм. Понял. Ой, хорошо-то как. Мразь, вот ты мразь. Почему я не пользуюсь этим? Как оно? Да, блять, паук! Плохо, опять не успел. Почти круто. Еще хуже, чем было до этого. А, не пользуюсь этой хренью, которая кокон. Нужно остановить этих наемников. Вперед! Вообще не касаясь земли. Подожди. Лёха, какие же они крепкие, офигеть не встать.
понятно. И все равно не получилось, да? Я сбрендил. Переживай. Твою ж мать. Ну давай еще разок. Не, ну, бляха, должно же рано или поздно получиться. Надо спасать этого парня. По мне урон нанес. Ну что ж ты будешь делать с ним? Возможно, мне здесь надо как раз таки не кокон использовать, а что-нибудь другое. Не этот паучий цветок, а что-нибудь вот реально другое. Только вопрос, что? Ах, точно, у меня же добивки есть, твою мать! Надо просто забыть про хил за счет концентрации и пользоваться на добивку именно концентрацией. Ну, кто там еще? Блин, точно, точно, точно. У меня получается 3 здоровенных мудлана будет. Да, все, я понял. Надо убрать их по-быстрому. Нет, что-то пошло немножко не так, как я рассчитывал. Ты чё, оборзел? А почему не... Я подожду. Ты потратил свое время и мое. Давай заново. Повтор. Есть. Бляха. Нужно остановить этих наемников. Слушай, дружище, а тебе сколько надо концентрации, чтобы тебя добить? 2, что ли? 2 шкалы концентрации надо. Видимо, да. Ебать! Это я как сделал? А, это добивку потратил зря. Болото. Вот.
Ах, так ты живой! Его же на радаре не было. Ладно, хорошо. Но в моей работе неплохо, это плохо. Но на самом деле все хуже и хуже результат, поэтому вряд ли у меня получится его сегодня улучшить. Испытания, очки испытаний у меня кое-какие есть по времени. Давай мы еще тогда, наверное, пройдем здесь, запрыгнем в испытания тогда, по стелсу. А далее мы что сделаем? Что мы сделаем? Пойдем, наверное, по сюжетке, а следующую серию уже начнем непосредственно с... С чего мы начнем? С захвата баз. Потому что жетон баз по-любому тоже нужны будут. Вроде как научные жетоны у меня есть. Энное количество. Полная концентрация. Спасибо, вовремя. 10.34, сотрудники под обстрелом. Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Файрхаус. Типа пожарная станция? Нет, это Fire Department. Давай попробуем по стелсу что-нибудь сделать. Угу. Действуем быстро и тихо. В смысле? Так он бы успел обезвредить и первого, и второго. Ну как так-то? Если меня заметят, заложнику конец. Выключаем. А, он моментально, он просто ухо нажимает и все. Ага, ты посмотри, какой. Важная ты пися. А вы так ничего и не поняли. Как мне вот с этими двумя дурачками теперь быть? Спокойной ночи. Бляха, не, серьезно. Почему? Так, ладно. Вот с этими двумя дурачками основная запара. Если меня заметят, заложнику конец. Ой, а тут еще. Блях, а это намного сложнее, чем было ранее до этого. Действуем быстро и тихо. А, вот типа, например, милые, этого я могу вырубить вообще без проблем. Угу. Блять! А, все, я понял. Этот пока глядит в бинокль, он вообще ни хера не видит. Вот только вот такой вот нокаут. Он нокаут, получается, слышит, а видеть он толком ничего не видит. Ну, логично, уже смотрит в бинокль, и у него поле ограничено, поле зрения, или как оно назвать, поле видимости. Только он один остался. Блять, он не один остался. Спокойной ночи. Ой, да ладно, еще и на 3. Вот это я молодец. По стелсу хорошо прошлось. Получилось пройти. Ладно, допустим. Поехали, наверное, тогда сюда через быстрый переход.
И там уже отправимся к... Подожди, а там же, по-моему, профессор Отт тоже звонил, да? Задание. Гринвич, Мартин Ли в тюрьме. Да. Надгробие, что он там делает? Ну, надгробие подождет, хотя надо к нему тоже на самом деле сгонять как-нибудь. Удерживайте РТ плюс А, чтобы накопить энергию. От пассива вы совершите мощный прыжок. Зачем? После... Нажмите У после идеального уклонения от врага с винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Вот это, наверное, надо, слушай. Это вот как раз таки для боевок весьма, не, весьма неплохо подойдет. Находясь в воздухе или отскочив от врага, нажмите И Х плюс А, чтобы нанести мощный удар по земле. Это как выглядит? А, все, я понял. Не, копим на вот эту дичь. Хорошо, допустим, в любом случае на сегодня все. Продолжим уже в следующей серии, так что если интересно, то обязательно подписывайся, пиши комментарии, ставь лайки. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.